И снова привет всем друзьям. Извиняюсь за долгое отсутствие. Сегодня постараюсь с новыми силами создать для себя и своей мастерской одно очень полезное устройство, о котором я уже давно мечтал, размышлял, прорабатывал технические моменты выполнения всего устройства и пришел в конце концов к такому решению, которое вы увидите в данном видео и оцените на ваше усмотрение. Сразу скажу, мыслей было много по постройке этого устройства, и порой заходили они за рамки бюджета, а это не есть хорошо, как для любого самодельщика, так и для того, кто решит эту идею повторить. Поэтому, ребята, как всегда, постараюсь, чтобы все было максимально просто и доступно. Погнали! Thank you.
Ну что ж, друзья, как видите, изделие уже покрашено, а это значит, что полностью готово к тестированию. А это как раз то, что я больше всего люблю в своей работе. Для тех, кто еще не понял, что это такое и для чего оно нужно, расскажу и покажу наглядно, как при помощи этого, как я его называю, фрезеровочного стола, можно из любой кривой горбатой, выкрученной пропеллером доски, как это, вывести идеально ровную во всех направлениях поверхность и смастерить себе хоть слэп для стола, хоть любую другую какую-то мебель. Конечно, при необходимости направляющей можно сделать и любой другой, нужной для вас длины. Я же делал для своих нужд и на основе имеющегося у меня стола, поэтому размеры этих деталей не очень-то и важны. Ну что ж, я буду заканчивать. Надеюсь, был кому-то полезен. А кого не впечатлил, надеюсь, в следующий раз вас порадовать. Всем добра, пока!